мои пожелания, чтобы вернулась Настя и Кира. Но у меня есть некое предположение, что Настя не вернется. Потому что у нее очень сложный диалог с отцом, и я не знаю, как это вообще будет. По кому ты не расстроишься, кто не вернется? Если... Ну, честно, я по каждой чуть-чуть расстроюсь. Какие бы там отношения с Лерой семейными не были, я все равно... Ну, у нас нормальные, на самом деле, отношения. Ну, и... Нет такого человека, чтобы я прям не расстроилась. Я ждала увидеть Крис и Амину. С Крис мы хорошо общаемся, так Амине я хорошо отношусь, и она мне очень симпатизирует человек. Настюха... Я боялся то, что она как раз-таки не попадет, то, что она останется дома, потому что был слух, что может кто-то не доехать до отеля. А Лера, к Лере отношусь нейтрально. Жду Лерку очень сильно, я скучала, если честно. А еще кого? Еще Кирюху. А все, кого не хочешь видеть вообще? Ну, как сказать, нету такого, кого я прям не хочу видеть. Ну, в предпочтениях было бы хорошо, если бы не приехал. Хорошо, если бы не приехал. Сейчас разберу. Не знаю, Настя, наверное. Почему? Ну, типа, не знаю даже, знаешь. Да даже причины не могу назвать. Просто вот чувствуется, вот чувство такое у меня, что Настя не приехала. Я бы хотела увидеть в том номере Кристину. А остальные, как бы, я бы не сильно обиделась, если бы не вернулась. Для меня было главное, чтобы здесь сидела Кристина. Я пришла и увидела трех человек. Киру, Амину и Леру. Я очень так начала подрастраиваться. Мы очень ждали Кристину. Я, где Кристина, где? А потом цок-цок-цок, зашла наша малышка. Вот я очень обрадовалась, это очень классно. Но еще один такой подвох, нас пятеро. Все вернулись, и я не знаю, чего ожидать дальше.